Им не составляет труда добиваться успеха в профессии, однако астрологи отмечают их неуступчивость. Не обещайте человеку с гласной «и» в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. «И» значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Человек с гласной «я» в имени может наслаждаться собственными мыслями. Звук «а» в этом имени считается символом проявления самостоятельности, чистоты и ясности. Иногда создается впечатление, что все земное, приходящее, не имеет для них никакого значения. Звучание буквы «С» не вызывает раздражения. Это интроверты и одиночки, которым необходимо свободное время и уединение, чтобы спокойно медитировать и размышлять о загадках бытия и Вселенной. Носители этого имени иногда раздражают окружающих чрезмерными амбициями. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. Буква «С» в этом имени создает стремление к прочному положению и материальной обеспеченности. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Буква «Н» в имени означает протест, внутреннюю установку не принимать все происходящее без разбора, умение отфильтровывать полученную информацию, отбрасывать второстепенное и оставлять главное. Когда владелец этого имени раздражен, то проявляет властность и капризность. Буква «Н» приносит в характер отрицание и сомнение. Люди, чье имя начинается с буквы «Я», тактичны и воспитаны, они успешны в творческих профессиях. Обладатели имени трудолюбивы и упорны, но в чувствах редко способны на нежность и внимание, проявляют лидерские качества и не нацелены на достижение результата. Символом для этих людей выступает число 7 и управляет ими планета Нептун. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.